Рівняйсь! Кромка! Рівняйся на середину. Зараз я вам маю. Це собою склад, окремо вийдемо про державної служби. Мы одни из первых проявили инициативу и создали благотворительный фонд. Мы пригласили наших клиентов принять в этом активное участие. Сегодня фонд собрал порядка 15 миллионов гривен. Конечно же, наши сотрудники приняли активное участие, порядка 2 миллионов собрали, перечислив свою заработную плату. И благодаря этому фонду, конечно же, удается нам обеспечивать потребности, которые сегодня вызваны содержанием наших вооруженных сил, обеспечением их техническим и тактическим. Более 1000 бронежилетов куплено, куплено специальное снаряжение и также теплая одежда, которая согревает сердца наших воинов. Та гуманитарная допомога, яка була надана на сьогодні, вона дуже своєчасна. По-перше, вона відповідає всім сучасним зразкам для введення активних дій і виконання завдань за призначенням Державної прикордонної служби України. Ми зараз вийшли в зимовий період, і в цей період нам дуже важливо мати таку солідну і комфортну екіпіровку. Пошла, опять же, як ви заметили, не має наших погон і пошив настолько удобен и практичен, что он не мешает совершенно ни в каких, не крепощает никаких действий. Разрушная система. Их существует очень большое количество, но данная система была выбрана и одобрена нами тем, что она удобна для ношения в комплекте с бронежилетом. При одевании бронежилета, как вы все прекрасно понимаете, это в среднем 15 килограмм, которые тебе сковывает все полностью твои движения. Данная система бронежилет, под бронежилетом, все то, что я могу достать, то, что мне надо, боеприпасы и так далее и тому подобное.